В этом видео, наверное, самый простой плагин, который не имеет никаких настроек, который показывает после активации вот такого прыгающего, довольного снеговика предвкушение праздника на вашем сайте WordPress. Да, возможно, плагин ни о чем. Кому интересно, смотрим видео дальше. Нет времени разобраться в тонкостях сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе суперсайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Для начала, как найти данный плагин? Переходим в плагины «Добавить новый». В поле поиска плагинов вбиваем вот такое название. Нажимаем Enter. Находим вот данный плагин. Вот его картинка. Плагин не особо популярный, ну потому что здесь нет настроек никаких, а настроечки здесь хотелось бы видеть. Хотя бы расположение данного снеговика, чтобы можно было выбрать. И на каких страницах. Но, к сожалению, этого нет. Возможно, кому-то он пригодится. Поэтому здесь всего 10 плюс активных установок, и плагин не обновлялся уже 3 года. Но, несмотря на это, он работает на моем WordPress последней версии на момент записи 5.5.3. Он у меня активирован, давайте посмотрим. То есть просто устанавливаем, активируем. Здесь, если даже он где-то есть, я его не нашел. Настроек я у него не увидел. Просто активируем и обновляем страницу нашего сайта. Видим снеговика. Я посмотрел через имитацию мобильного устройства. В принципе, снеговик смотрится тоже неплохо. Он фиксирован, то есть при прокрутке сайта он всегда на одном месте. Но, возможно, будут проблемы с вашим меню. Например, вот здесь вот меню я не могу открыть, мобильное меню. Мешает как раз-таки снеговик. Так что есть свои особенности. На время поставить где-то, может быть, кому-то пригодится. Вот такой вот маленький небольшой плагин, о котором я хотел рассказать.